Hey yo guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. Эй, поехали, дружище! Порулили! Порулили. Так, мы с вами выполнили миску. Куда нам нужно? К нашему, да? Это тоже к нашему. А, не, это сюда. А, сначала съездим к нашему в этот. Сдадим задание, потом поедем туда. Так. Ебать, а водитель хороший. Ух. Так. Здоров, железяк. Я принес тебе миссию сдать. Не удалось пока найти хранилище. Опа. Улучшает умение берсерка Брика. Добавляет огненный урон. Тихо. Атлант не экономит на качестве. Поехали. Оружие великолепное во всех отношениях. Вот шок, я не знаю, нахер он мне нужен. Продать. 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 Продать, продать, продать. Готово. Так, новых заданий нету. Сейчас садимся в тачку и едем сдавать следующее задание. Так, и пойдем как раз, наверное, на выживание уже. Выжимем еще несколько раундов. Или давайте сразу поедем, сначала выживем. Потом сюда вернемся, да? Вы ж не против? Я надеюсь, не против. Так, я как раз потрачу меньше времени, потому что я отсюда сразу поеду туда, и похоже, там следующая локация. Но нам еще нужно будет в одно место заехать перед тем, как мы туда заедем. Так, тихо. Так, и спереди даже, да, там, да. Тут есть задание. А, нет, это не задание. Это телепорт, окей. Фух. Ребята, ребята. По сути, сейчас выполним здесь миссию. И можно сказать, я апнулся до 16-го. Так, это оружие мы сразу меняем на дробаш. И закупить... Сука. Чтоб не тратить время. Так, закупиться. На пистолет нужно закупить. На дробаш очень много закупиться надо. И пойдем дальше выполнять. Так, патроны у нас есть. Вас ждет хорошо вооруженный противник. Купите себе достойную пушку. Достойная пушка, так. А для пистолета. В смысле, у меня полная обойма. Ладно, снайперка. Окей. Ну что, давай, чувак, я пошел выжить в арене. Thank you.
Тихо, тихо, тихо. Мясо! С этим, да, я теперь не поспорю, у меня ульта жесткая. Поджог! Это ж... Любой моб, в принципе, может сразу дохнуть. Вот бронирование, бронированная мразь, которая думала, что она меня сможет одолеть. Так. Телепортация? Нет, качаем вот это полностью, максим. Че, чел? Арена смерти, финальный раунд. Я попытаюсь. Не обещаю, но я попытаюсь. Плес, чтоб главное не сдох. В магазине новый товар. Мне нужны большие псины. Да, ко мне, ко мне. Что такое? Все? Да? Тупая псина. Да, вот последнее здесь было просто, что их очень много. И все. Если бы они сразу все вышли, да, я бы тогда их убил просто-запросто. Но я выжил. Главное то, что я выжил. Изи. Просто изи вот. Как нихер делать. Так, что у нас здесь? О, точно. Высокая емкость щита. А, да. Прыгучая бомба. Заменить. Так, ладно. Торг сочетает в одном оружии. Продать не нужно. Адрабаш, дерьмо. Ну хотя нет, дерьмо. Так, окей. Ульту и пошлите. Ключ от шахты в холле и все, сдаем и можно. Ай, заканчивать хотел сказать. Только 9 минут прошло. Даже ульты не хватило, чтобы восстановиться полностью. Так, мне нужно на ту сторону. Значит, я сейчас... Давайте я лучше здесь проеду, да и все. Так, теперь вниз. Да? Да, сюда. Так, до конечной.
А, испытание выполнено. Прыжок, испытание выполнено. Десантник, испытание выполнено. Это не... Блядь. Окей, значит, я собираю патроны и идем. Да, кувалда. Так, все, поехали. Так, мне точно, да, сюда же нужно? Потому что я ж еще и тут не был. Здесь, если что, арена это для двоих. Семнадцатый уровень, стопэ. У меня что, больше заданий нету? Нет, пошлите на сбор шоковых кристаллов. Да, мы идем, короче, на сбор шоковых кристаллов. Давай рванем! Порулили! Так, а где это у нас? Ага, окей, поехали. Здоров. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. А я тогда еду к тебе. Вот что сказал, новые задания. Значит, больше прокачки. Больше прокачки, значит, я меньше умирающий. А я умер хотя бы раз. Нет, еще окей. А, быстрее нитро собирайся. Вы в курсе, что у шефа Сандерса есть для вас задание? У кого? Ари Пандерса? Надеюсь, задание годное. Так, задание в одну же сторону. Headstone Main, Last Cave. Это заброшенные пещеры, да, по-моему? Или что это у нас? Да, заброшенные пещеры. Так. Каф, может, это он имеет в виду старика этого? Было сказано, у тебя есть миссия для меня. Эй, новичок! Я давно тебя жду. О, спасибо. Я понимаю, здесь жить нелегко. У многих не хватает времени, чтобы... Так, окей. Так, это кристалки. Стопы. Это мне сюда надо. А это рядышком, да? Ага. Пойдем в шоковую пещеру или корпус штурмовой винтовки мусорщик. А я даже не знаю, вот честно. Ладно. О, ладно, пока вас подавлю. Ладно, поехали. Тихо, не падаем. Ага, у меня и тут, и тут. Ладно, сокращу здесь путь тогда. О, я нашел воду. Да, тогда идем в пещеру сначала. Так, заброшенная пещера, пошлите. Ух. Оружие отличается чем-то там. Я не успел прочесть. Да. В мире полном неожиданностей. Всегда можно рассчитывать только на оружие Маркуса. Почему везде всегда что-то взрывается, не понимаю. Так, стопэ. Задание. Шок. Поехали.
2к урон? А, серьезно? 2к урон. У наемника фалового копья лучшее вооружение. Купите окей. Себе что-нибудь достойное. А, мне нужен дробовик. Я у тебя покупал, значит, окей. Так, поехали. Способность. Урон в ближнем бою. Или лучше прокачать что-то другое. Длительность. Короче, качаюсь, значит, так. Макс еще сейчас вот это. Если дойду сюда, то это. Ладно, поехали. Так, а шоковый кристалл это вот эти, да, мне нужно собирать. Я не могу понять, что мне собирать. Мне показывают, что что-то здесь взрывается. А, вот эти, да, скорее всего? А, ну хоть не так долго их ломать. А в смысле тут ничего нету? Что вы мне здесь показываете? Тут нету ничего. Блять. Что вы мне показываете? Объясните. Здесь они что ли должны быть или что? А что мне делать, боже мой? Не ломается. Показано, что где-то вот в этой местности, вот здесь, в этой точке. Ладно, посрать. Идем на обход. Так, а можно мне чем-то их ломать? А, я понял, да. Дробашом, окей. Попадание, одно попадание. И собираем. 8 есть, охереть. А, не, 10 есть, окей. Так, чумазики, у меня к вам вопрос. Вы хорошо горите, да? О, вы очень хорошо горите, издыхаете. Голова и вы трупы. Окей. Под землю, мразь, сошел. Ебанулся. Так, ладно. Зато я знаю ваше слабое место теперь. И оно очень слабое, если пистолет, который наносит 10 урона, наносит вам постолько. Блять, вы мусоры. Сейчас псины, да, повлазят. Окей, хорошо. Или они тоже с этих норок вылазят? Странные, короче, они из земли, из норок вылазят. Отовсюду вылазят, короче говоря.
Так, проход теперь у меня туда, да, идет? Ящик с орудием. Готово. Так, это черви и солдаты, окей. Еще один кубик. Улучшает умение берсерка, добавляет огненный урон. Эх, тот же самый. А сколько он стоит? 2к. Норма, норма, норма. Так, у меня есть базука. Ля. Ля. Ля, сильно тупая. Тихо, тихо. Рот открыл, значит, сдох. Все. Все. Так, патроны, ХП. Это тут нихера у меня нет. Еще один ящик с этими вещами, хорошо. 4 места еще свободных. Пойдет. Электрический дробаш. Но у меня есть очень хороший дробаш, еще так, поэтому... Сори, некуда. Дерьмо. Дальше. Так, впритык и стреляем. Так, все собрал. Идем дальше. 25 есть, еще осталось 5 таких же херень сломать. Так, хилка мне не нужна. Так, АВП, поехали. Вот, зараза. Где вы? Давай, давай! Где еще? Давай! Пипец у нас перс дикий. А, я понял тебя. Так, дробаш, что там еще было? Я не понимаю. Везде все лежит. Это мразь хилится. Убивай.
Фух, окей. Если я пойду туда, то что меня ждет? Нихера, окей. Но мы туда пойдем все равно. Так, железяка, с тобой базарим. О, боже мой, у меня... Давай. Так, далеко мне там это? Куда лучше добежать? Добегу лучше туда, потому что там скорее еще будут ящики. А ящики не нужны. Фух. Пипец. Слабое место этих раков, короче. Или кто это, я не знаю. Голова. Правильно бегу, правильно бегу. Окей, дальше, побежали. Так. Использовать новые возможности со старым снаряжением. Купите новое. Ага, здесь уже идет такой хороший, да, мне пример. Что мне лучше купить? Продать, ладно. Шок продать, продать. Продать. Базуку оставить. Продать. 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 Фантомная граната. Продать, продать. Все. Так, кстати, патроны купить. Для пистолета. Все, вперед. Обратно туда, где мы были. По пути все перезаряжаю. Так, 38 на 12. Это очень хорошо. То есть 38. А, это у меня револьвер был на 100 с чем-то там. 170 с чем-то, да? Так, ладно, здесь пока со снайперкой похожу. Выпал враг какой-то, это железяка. Так. Бежим туда. С дробашом в руках. Готово. Шоковая терапия. Ящик с орудием. Давай. Повезет ли мне? Еще одна базука, ладно. Скорее всего, меня хотят с каким-то боссом потом. Чтоб я сразился, ладно. Разберемся по пути. Набор для железяки, можно отсюда выходить. Так, бомба. Деньги. Патрон у меня полный, хорошо. Так, здесь уже снайперку лучше взять. Так, сохранение, да? Да, сохранение. Так, пойду так, так, хорошо. То есть здесь круг идет. Ну где я видел еще? Попрыгун херов. Так, перезаряжаемся. Что здесь у нас есть? Так, щитик. Электрокристаллы. Все, готово. Так, осталось мне дойти до конца. Так, здесь уже вижу флаги рецидивистов этих. Кристаллы можно не собирать. Качок хуев.
Почувствуй нашу любовь. Что? Готово. Минус. Так, патроны, патроны, какой-то рабаш золотой. Так, все, здесь больше ничего нет у нас. Ничего нету. Почувствовал это? Кислотина. Фух, так. Способности. Есть, теперь я могу уменьшить КД. Это очень хорошо. Уменьшаю КД. По 6, да, будет всегда? Да, ладно, качай здесь. Берсерком потом, может быть. Нужно будет ХП на максе сделать. Так, все отлично. Мы отлично идем с вами. Опа, ремонтник. Значит, я сейчас схожу сюда. Сделаю миссию, вернусь обратно, отремонтирую нашего друга. Так, вижу сундук с оружием, поэтому мы сюда идем с вами. Завали ебало. Два сундука. Ебать ты бешеный. Еще двое. Подожду как раз, пока ульта пройдет. Фу, вы бешеные псины. Ульта, 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 ульта. Да, их до хера здесь было. Уи! Вы нашли взрывное оружие. Выпущенные из этого оружия снаряды взрываются при ударе о цель, нанося 200. Так, ладно, поехали. Дерьмо выкидываем, оставляем самое хорошее. Есть что-то меньше 200. Хорошо, следующее. 230.
Выбросить. Забрать. Да, хорошо все идет у нас, только... А если ты сейчас все равно рюкзак расширишь? Это хорошо. Ладно, не пойду уже обратно. Так, слэдж убитый, радишки, артефакты, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Следующее, что у меня есть? Вот это, да? Мусорщик. Штурмовая винтовка. Ладно, я сейчас посмотрю, куда этот путь идет. Слэдж, скорее всего, в этом. Вот тот путь, который мы с вами открыли. Значит, мы идем к мусорщику. Все, ребят, у меня с вами уже общего ничего нету. Сори. Не, единственное, что я могу, это продать сейчас шмотки здесь. Плюсую. Лучше подготовиться. Штурмовка, револьер, пистолет взрывной. Так, да, посрать. Базука. Так. Продать, продать. Щит продать. Здесь граната, у меня граната. Что? 40. У нас постоянно обновляется ассортимент. Ждем вас в наших магазинах. Фух. Уже 4 часа. Уже темнеет. А снега нету. Пиздец. Скоро Новый год, а снега нету. Так, ладно. Что у меня по карте? А, запчасти то есть здесь, да, нужно искать в этой местности. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, друзья. До новых встреч. Пока.